Всем огромный привет! Сегодня будет небольшое видео для вас о погоде и о пляже Малая Бухта, Высокий берег. Мы сейчас с вами спустимся вниз, посмотрим, море штормит, у нас ветер порывами. Вот сейчас видите, такое затишье, а иногда очень-очень сильно, прямо порывы. И время от времени дождь. И еще предлагаю, кроме того, что мы спустимся сюда, к морю, вниз, мы еще с вами и сходим в ту сторону. Малая Бухта называется пляж на сегодняшний день. Она потихонечку благоустраивается пока. Мало людей. Интересно, волна идет, посмотрите, в ту сторону. Для ориентира тех, кто не знает, в той стороне у нас песчаный пляж. А здесь начинается галечный, каменный. И в ту сторону у нас Сукко, Супсех. В общем, начало каменных пляжей, скажем так. И сейчас волна идет. Посмотрите, как интересно, в эту сторону. В сторону песчаного пляжа, скажем так. И будет очень интересно посмотреть, как сейчас штормит там, на каменном пляже, на Малой Бухте. Говорят, раньше назывался вот этот пляж Малой Бухты, а теперь он называется Высокий берег, в честь вот этого санатория Малая Бухта. Поэтому тот пляж, который находится напротив него, теперь называется Малой Бухтой. Там у нас еще спуск к морю с помощью лифта, для тех, кто знает или не знает. А здесь галечный пляж отцепной. И называется он Высокий берег. Что характерно здесь для этого пляжа зимой? Здесь теплее вода, чем чуть-чуть на пару градусов, чем на песчаном пляже. И поэтому здесь очень много людей, моржей купается зимой. И еще здесь всегда есть лебеди, всегда, когда бы вы ни пришли, здесь, вот в этой части, видите, сейчас затишье. Поэтому лебедушки здесь прячутся даже в шторм, так как водичка спокойная, тихая. У людей передевалка, раздевалка даже есть. То есть настолько все здесь сделано для купающихся зимой. Только что свысока лебеди, а вот там их кормят сейчас, поэтому они уплыли в ту сторону, прибились туда. И здесь удобный спуск. Сейчас мужчина пойдет купаться. Ну, очень тепло сегодня. На самом деле ветер теплый. По ощущениям все плюс 5. Так, для ориентации, чтобы вы понимали, мы спустились с вами. Вон вдалеке написано санаторий Русь. Спустились по этой лестнице. Побывали вот где синяя палаточка. Посмотрели, как купаются люди. А теперь мы отправляемся вот в ту сторону. Каменный пляж, Малая Бухта. В ту сторону у нас начинаются горы, начало Кавказского хребта. Сукко, Супсех, пляж 40 лет Победы. Но мы туда не пойдем, мы всего лишь дойдем до Малой Бухты с вами и посмотрим немножко, как там обстоят дела с пляжами. Что там с морем? На самом деле в шторм там самое красивое море, потому что, вон, видите, еще вдалеке видно уже, как бьет волна. Красиво.
на этих деревянных штуках летом располагаются деревянные лежаки. Вот тут, наверное, микрофон очень четко будет ощущаться ветер. Я тут не одна, собаки не мои, но они от меня не отходят. Дышится настолько здесь обалденно, вот прямо чувствуется этот морской штормовой воздух. Близко подходить небезопасно, так как можно оказаться стать мокрым. Мы с вами пришли с той стороны. Вот эта скала называется скала слез, потому что из нее всегда бегут подземные воды. Зимой здесь очень красиво, если будет минусовая температура. Становится как в сказке. Все замерзает в сосульках. Очень красиво. Но пока в этом году мы такой температуры еще не дождались, чтобы здесь была зимняя сказка в этом месте. Дальше я уже не пойду, там все равно никого и ничего нет. Море будет выглядеть точно так же. Всем огромное спасибо за внимание. Если вы интересуетесь Анапой, так или иначе, присоединяйтесь, смотрите, будьте в курсе, наслаждайтесь. Пока!